Меня зовут Арсений Мельников. Я учусь в 6 классе в селе Усть-Сараполка в Удмуртии. Когда я вырасту, я стану зоологом и буду изучать животный мир. Я хочу знать, как живут диковинные животные. Жирафы, крокодилы. У нас они не водятся. А вчера наш класс отправился на экскурсию. Но мы поехали не на автобусе, как всегда, а совсем по-другому. Сначала мы погуляли по саванне со львами. Потом отправились в глубины Мирового океана. Вау! Класс! Они совсем как настоящие! Мне очень понравилось. Это было весело и по-настоящему увлекательно. Я стал еще на шаг ближе к своей мечте –